На этом заседании участники обсудили структуру молодежного совета. В нее вошли 4 основных отдела. Это организационно-информационный, отдел проектной деятельности, отдел спорта и культуры и отдел взаимодействия с другими сторонними молодежными организациями. Приоритеты расставлены, задачи определены. Теперь дело за малым. Надо наладить работу и, главное, связь с молодежью, так как именно для этого и был создан совет при администрации. Совет создан для привлечения молодежи в социально-экономическое развитие нашего города, да, для именно выявления того потенциала. То есть мы хотим, чтобы мы стали таким органом, через который будут реализовываться инициативы молодежи нашего города. Все обращения и инициативы от молодежи города будут приняты и рассмотрены. Прислать их можно на сайт совета, который в скором времени появится и будет работать, или написать на страничках в социальной сети интернет.